Короче, помнишь, я тебе говорил, что скоро будет работа? Слушай, Камёнский таки запускает свой фильм. Вот сценарий, ознакомься. 5 композиций, 5 дней, времени крайне мало. Мы на себя очень рассчитываем. Эй, ты чё? А чё мы грустим? Кризис, да? О чём так? Все, нет времени грустить. Так, твой аванс. Позвоню сегодня и завтра, и послезавтра тоже. Давай. Не теряемся. Дверь закрой. Алло, ну как, что-нибудь написал уже? Да, в процессе все. Ну ты пиши, времени мало. Завтра зайду, посмотрю, что получается. Ребят, музыку потише можно? Ты что, музыка наша не нравится? Деньги есть у тебя? Вот мои деньги. А что они стоят, твои деньги? Давай. Саня, что это за клоун? Он что, издевается тут над нами? Что ты думаешь, я сам не вижу, что он издевается? Надо проучить парнишку. Наказать. Сиди, родной. Чего? Как это без руки? Ну, если у тебя вдохновение пропало, ну ты придумаешь что-нибудь. Ты же артист. Я не могу писать. Мне рука нужна. Уже я все понимаю, но есть сроки. Можешь задержаться на 5 дней, но не больше. Все, я не прощаюсь. Счастливо. Что с вами? Ау! Вам помочь? Воды.
думала, я тебе нужна. Не ты мне нужна. Мне рука нужна. Обработали ручку. Момент. Оп. Обработали. Здорово. Здорово, Вася. Сань, смотри, кто пришел. Опа-на, пацанчики. Смотрите, терпила наш пришел. Ребят, отдайте руку. Вот это что ли? Я деньги принес. Сколько денег ты принес, уважаемый? Ты что, урод? Думаешь, что я уловлю? Красивее нашего, что ли? По карману давай. Вот они. Лавы. Неплохо мы наварили сегодня. Сань, смотри, опять идет. Идет. Пришел, терпила.